Число жертв оползня на Филиппинах достигло 85 человек. Еще 38 числятся пропавшими без вести. На месте трагедии продолжаются спасательные работы. Оползень сошел на расположенный в гористой местности город Макка на прошлой неделе. Под завалами оказались дома, автомашины и десятки человек. Местные власти эвакуировали жителей нескольких близлежащих населенных пунктов. Островное государство, расположенное в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, часто страдает от мощных тайфунов, вызывающих внезапные наводнения и оползня, а также от землетрясений и извержений вулканов.